И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на Генезисе. И сегодня мы наконец-то... запишу эту серию. Короче, это уже третий раз, когда я записываю серию. Первый раз я пошел проходить миссию. И как видите, гамма у меня пройдена. Бета-альфа нет. Суть в чем, я потратил 19 минут на миссию, она дебильная, вот, ну, дебильная из-за того, что подводная, вот, и на мозазавре невозможно просто плавать, все, значит, забудьте. Если не забуду, я сделаю вставку с лутом, лут у меня, соответственно, исчез, короче, сейчас объясню попозже. Я сейчас чутка обосрался. Я просто такой... Какого фига мой мегахилон здесь находится? Это реально моя первая мысль. Думаю, какого фига? Чё, моя база рядом? Что? Какого? Как? Почему мой мегахилон здесь? Это реально были мои мысли. Я потом смотрю, карбонемис. Ага. Такой, стоп, я карбонемис и детонил. У меня игра вылетела, прикинь. Ужас, у меня игра вылетела. Короче, прохожу миссию. Такой, вау, все дела. Получаю лут. Еще раз повторюсь, не забуду, я сделаю вставку из видео прошлого. Вот. Получаю лут. И у меня вылетает игра. Соответственно, игра не сохраняется. Сохраняется она где-то в середине миссии. Миссия, соответственно, раз я вышел, значит, миссия обрывается. Игра считает, что я миссию прошел, но я миссию не прошел. Ну, в смысле, лут за нее не получил. Вроде, может, даже шестигранники получил. Я не знаю, я не смотрел, сколько у меня было шестигранников. Но, короче, лут я не получил и обломался. Поэтому что? Правильно, проходим миссию. Но, начинаю второй раз записывать серию. И такой, покажу вам, как я томил мегалодонов. Смотрю, короче, притомил, пошел миссию выполнять, смотрю. Уже 8 минут прошло от видео. Ну, я как обычно болтал все дела, ну, в общем, да. Поэтому, да, у меня сейчас 2 мегалодона. Самец у меня в тег-седле, так как здесь броня 45. Самка у меня в обычном седле, так как это единственное седло у меня было такое вот хорошее. Вкачал их здоровье 20, урон, все остальное. Здесь здоровье получилось побольше, урон, все остальное. Поэтому да, сейчас... Опа! Отлично. Сейчас погнали. Мне советовали, кстати, в комментариях... Добрый вечер, лава получил. Мне советовали в комментариях включать режим ночного видения. Ну-ка, давай. Вот, режим ночного видения в ночное время. И я так могу сказать, реально, в ночное время, под водой ночное видение прям работает топово. Ты прям кайфуешь, особенно включив гамму, ты прям вообще видишь все. Прям, вах! Спасибо большое за подсказку, это прям классно. Что касательно этой миссии. Миссия легкая. То есть, 3 черепухи. Черепахи. Где-то 4-ю черепашку ниндзя потеряли. Плывут домой. В стаю. Отлично, вот они. 3 черепашки плывут домой. Ты должен их защитить. Все легко и просто. На них, я не знаю, что они сделали такого, но на них постоянно все пытаются напасть. Прям все. Вот, поэтому... Ну вот, как-то будем... Будем защищать черепашек. Давай! На... Мегалодоне я вам сразу могу сказать. Это уже топ. Это просто топ. Это изи-бризи. Как я мучился на мегалозавре. Вы бы знали, у него просто пойти куда-то, развернуться, повернуться, это было такая жопа боль.
Это был такой ужас, что просто не передать словами. Здесь же сейчас я просто кайфую. Изи. Изи, блин, ну ладно. Мегалодонов мне нужно было томить. Без вариантов. А почему? Они не просто, да, вот, допустим, они атакуют, да, Мозазавра атакует, допустим, в гамме он меня атаковал по 32 почти тысячи атаковала. Я не знаю, как Мозазавр будет атаковать самец, но самка атаковала почти по 32 тысячи. Здесь вы видите дамаг по 12 тысяч, ну, вы понимаете, насколько разница в уроне. Но! На больших каких-то боссах Мегалодон он топовый. В том плане, что... Так, где? Сюда, мать твою! Слышишь, мелкий? Хорош борзеть! Вот. Мегалодон топовый в том плане, что он наносит кровотечение. Хорош уже. Наносит кровотечение, и кровотечение наносит урон по количеству хп, то есть он отнимает проценты здоровья. А это, между прочим, топово. То есть ты можешь хоть сотню наносить урона, но если в 2% это больше, чем 100 урона, то извините, 2% это 2%. Вот что-то типа того. Поэтому да, мегалодоны, конечно, это топовые дядьки. И тетки, которые прям не кисло вносят урона. О, добрый вечер, предлагал. Вносят урона в большие цели. Если вы играли в игру, то вы знаете, точнее проходили все это генезис, то вы знаете, что здесь за большие цели. Я только пока что готовлюсь к этому. Видя скрины и видя задания, это хорош. Ну да, на Мегалодоне тоже немножко в поворот входить неудобно, но... Во-первых, он погружается легко, всплывает легко и поворачивается радиус, то есть круг у него... мизерный. Это прям кайф. Это прям кайф. Это прям кайф. Я вам так скажу. Прям вообще как-то кайф. Алло! Ты что, у меня не атакуешь всех? Красава, давай, мочи. А потом за мной. Защитите меня, говорит. Ладно, что поделаешь. В целом, что я могу сказать по миссии? Миссия легкая. Но здесь проблема в том, что им нельзя тормозиться. То есть, когда на них кто-то нападает, они тормозятся. Их бьют, они ждут. А ты тем временем тратишь время. Тавтология, масло масляное, понятное дело, но не в этом суть. Суть в том, что ты теряешь время, когда они ждут. А это как раз таки основная проблема для этой миссии. Основная проблема именно для этой миссии то, что здесь нельзя ждать. На гамме можно, проблем нету, это я уже понимаю. Сколько я там тупил и так далее, блин, 15 минут мне дали, я кое-как там, 2 минуты что ли осталось, или 1,5 минуты у меня осталось на то, чтобы пройти миссию. Прикинь, просто насколько было тяжело в сравнении... Иди сюда! Отлично. Гнидарии. Гнидарии это самые главные подводные враги. Вот они... Да ты серьезно? Они прям сильно раздражают тем, что выбивают седла. Так. Алло. Ты где там? Хорош. Там срочная миссия, а ты где-то шлындышь. Пошла на электрофобус, это называется, убивать. Ну, здорово. Долбаный вихрь. Вихрь, как там? Тайфун. Ураган, смерч. Водоворот, во, вспомнил. Долбаный водоворот. На мозазавре из водоворота ты просто выплываешь. Без проблем, он просто выплывает из водоворота. Мегалодон не может выплыть из водоворота. И это проблема. То есть, если ты попал в водоворот, то ты оттуда не факт, что выберешься. То есть, это тоже стоит учитывать. Видишь, он затягивает просто. Скотина. Тут самое главное не тупить, и все будет хорошо. Поплыли, короче, не тупим.
закончил свое имя. Ну супер, я опять сбросил весь лут. Я пока томил этих, точнее прокачивал. Ну, мы, кстати, уже подплываем к концу. Пока прокачивал мегалодонов, я этих больших черепах, там мегахелонов поубивал. Вот, и 2400 ихних панцирей, это, конечно, дофига. Так вот, если засунуть в дробилку, то 2400 ихних панцирей умножаю на 50, столько я получаю хитина. В общем, теперь у меня там хитина до усрача и много. Да, мегахелоны, конечно, и дробилка, это супер. Да, они еще вот так вот начинают тупить, это тоже такое у них. Но чаще всего они начинают вот так тупить, когда они... А, отлично. Где? Да ты серьезно? Вы ж вниз плыли, а, овцы мелкие. Козевки. Давай, мочи, всех мочи, убивай! Отлично. От попугаев избавились. О, мелкие пиздики. А, еще суть в том, что если ты от них отстаешь, то, ну, как бы они перестают плыть. И это основная тоже такая проблемка. Так. Благо локалка. У меня кошка дверь открыла. Зашла в комнату, называется. Я, говорит, приперлась. Добрый вечер. Красава. Отлично. Мы уже где-то должны быть рядом. Прям очень сильно рядом. Так, а где мелочь? Мелочь там огребается. Конечно, очень неудобно. Вот это вот справа этот, он закрывает немножечко обзора. С одной стороны, с другой стороны, как-то уже второй раз плава я уже перестал это замечать. Особенно, когда переходишь вот в такой режим камеры, типа вообще пофигу. Так, информации на экране, всяких цифрок и так далее меньше, то и видится все как-то намного легче. К примеру, вот так. Хоп-хоп-хоп, и нормас. Удобно же. Ни цифрок, ни буквок, ничего нету лишнего. Только нужная информация. Ну давай, мелочь пузатая. Горцуем! У-ху! Давай, мать вашу, серьезно! Отлично. Где-то уже здесь должна быть концовочка. По идее, да это не точно. Ну блин, смотрите, я спешил, а чёт, короче, как-то времени-то 5 минут. 5 минут это фигово. Единственное, что меня может спасти, это то, что это... Да, здесь вообще вот это. Да, вот, мегахилон. О-о-о. Если я сделал ставку, блин, хамуха, главное не забыть делать ставку. Я прям тупил конкретно. Я смотрю на этого мегахилона, такой, в смысле, мегахилон? В смысле, какого фига? Чё, мой мегахилон? Как он здесь оказался? Какого фига? Вот эти были первые мысли. Так, давай. В смысле, нужно подплыть, что ли? Алло, ну они же приплыли. Ну, отлично.
Так. Сейф. Сейчас сразу сохраню. Ну, что-то да, тоже плюс-минус туда-сюда такое же. Я помню, там седло на топе же было лучше. А так ничего интересного, если честно. Стегом. А, ну, костры, да, можно седло надеть, нормальное будет. Будет одетым кастрейдесом. Ядрёшки, пассатишки. Подожди, подожди, не захлёбывайся. Я забыл! Да подожди ты! Не глотай воду, придурок! Долбанный сраный элемент, мать его. Так. Что мне нужно? Мне нужно... Элемент. Черт побери. У меня так мало элемента, надо что-то с элементом придумать. А еще он задолбал меня, этот долбанный кит. Знал бы я вообще бы его не томил. Он такой бесячий, он такой громкий. Он летает просто так туда-сюда. Его эти ограждения просто не держат. Короче, козел. Он, короче, козел, я одним словом, все. Так. Привет. Да, я так стал. Вау! Теперь они у меня жесткие, мощные, сильные, позитивные. Классно. Ну что, погнали. Сейчас попробуем. 20-й. Ну, допустим. Тогда на здоровечко прокачать. Раз есть такая возможность, надо прокачать здоровечко. Значит, на тебя выплыву, тебя буду теперь прокачивать. Эх, погнали. Погнали, посмотрим, что там по бетке нам дадут. Задание бетковое. Самое что смешное, мы просто тупо спустились вниз, грубо говоря. Ну как эти плавали, это просто ужас какой-то. Ладно, погнали запускать бету. Смотреть, что нас ждет. По идее, если будет время то же самое, то вся сложность будет в том, чтобы убить быстрее всю эту шушеру, которая на меня будет нападать. И это основная проблема, потому что, типа, камон, мы не так уж и много урона. Хотя, ладно, тут мы всех ваншотали, там мы тоже плюс-минус будем ваншотать, либо с двух ударов будем убивать. А вот на альфе будет задница. На альфе, точно могу сказать, будет задница. Ладно, посмотрим. В любом случае, будем пытаться сегодня альфу пройти. Почему бы нет? Кстати, столько жемчуга здесь. Вообще кошмар. Не знал даже. Опа, чё? А где третья? Смотри. Ну, две же черепахи, да? А где третья? По хпшкам три. Да, я все еще так же ваншотаю их, как бы проблем нету. На бетке, я думаю, не составит проблемка. Мне вопрос больше к третьей черепахе. Где она? У меня не будет проблемы, что ее просто нету. Ее просто тупо не заспавнило. Я надеюсь, что проблем не будет. Очень надеюсь. Да уж, вот с этими уже было посложнее. А, перевес, мать его! Я думаю, что она не двигается у меня? Что-то как-то плывет, думаю, медленно. Чё за нафиг? Где? А вот они. Бля, вот что-то там... Ну, видели, да? Я когда включился, кто там был. И... Черепухи, да? Там, получается... Значит, все-таки первая мысль, которая меня посетила, типа, возможно, там две хпшки как одна. То есть одна черепаха ответственная за две хпшки. Это так и есть. Так и получилось. Суть в том, что, по ходу дела, в альфе там вообще будет просто одна черепаха, и типа ее нужно будет задефать. Сложно сказать, как лучше, как хуже. Две черепахи, одна черепаха, но, как по мне, когда их две, как-то дефается легче. Во-первых, меньше надписи на экране, а во-вторых... Больше шанс защитить. И, кстати, да, их сильно отмудохали только из-за того, что я, короче, аммониты ударил. Он на меня этовал, сетовался, короче, сагрился. И дуклеостей там просто 3-5, я не знаю сколько там, просто весь экран был в дуклеостеях. В общем, короче, из-за них.
из-за них. В общем, ты как можешь и не только защитить, но и еще и урончик принести лишнего тоже им. Вот. Ну и, соответственно, да, так как это бетка, они урона тоже наносят больше. Больше наносят урона, это очень плохо. То есть, как бы... Бляха-мох, еще перевес, мать его. Понахапал рыбы, ядрешь тебя. Понахапала. И теперь не могу сдвинуться нормально. Как-то так, бетку проходим. О! А здесь прям вообще изи-бризи было. Последний вот эти вот рубеж прям... Вообще никого не было, я бы даже так сказал. И смотрите, время. Время то же самое. То есть, как бы, как я уже сказал, здесь я ваншотал. Поэтому сильно проблем как таковой не было. Да, вот он, получается, кричит. И типа, вот они пришли. Два карбонемиса, один магахилон. Вау! Да. Получили ресурсики. Что я в итоге здесь получил? Вот, то есть, после элемента, это то, что я здесь получил. Дробаш, лимаш, какаш, арбалет, свирепый, фиомия прям вообще топ. Да, их перерабатывать нельзя, это самая такая тупость. То, что поделаешь. Столько говна на халяву дают, типа еще бы перерабатывать можно было, ну типа вообще, а ты если чем не оборзел, вот я так скажу, примерно это звучит. Да, тут еще не только они рыбы забиты, я же еще всякими седлами забитый. Ну я и лошара. А тем временем, кстати, у меня чубрики-то прокачиваются. И прокачиваются, так сказать, не кисло. Ну, ладно, база. Так. Ну и альфа. Давай запускать альфа. И смотреть, что из этого выйдет. Одна черепашка. Или нет. Раз, два, три. Не, я был неправ, там просто забаговалась, и игра посчитала. То есть все точно так же, три черепашки. То есть просто разница в мощности. То есть тех, кто нападает. То есть это и урон. Соответственно, по ним и их урон, соответственно. Ну понятно, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Давай посмотрим, что сейчас будет по урончику. Промахнулся лошара. А так делать не нужно. Ну, я думаю, я альфа не пройду. Медали, поскольку урон наносит. По 300 нафиг! Дальше будет хуже. Шансы все меньше и меньше пойти. Я вам так сразу скажу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, а это когда игра против тебя. Ну, во-первых, они и так уже огреблись у меня не кисло. Еще и плюс водоворот. Они еще, кстати, стоят и тупят. Я не знаю, в чем прикол, но они там просто сейчас стоят и тупят. Возможно, из-за вот этих вот рыбок. То есть тоже с рыбками аккуратнее надо, нужно быть. Но водоворот, конечно, это прям сильно время. Мозазавр у меня просто плавал, я решил за собой его позвать, но что-то он тупит все равно. Все равно тупит, короче. Не хочет за мной идти. Но... Я тут и по времени просру. Тут, короче, либо я просру по времени сейчас миссию, либо они просто у меня сдохнут. Просру по времени из-за водоворота, то есть, ну, сами видите, сколько я уже тут кручусь-верчусь. Либо они по хпшке просрут. Ну, посмотрим, что будет дальше. Они прям летели, плыли в водоворот. То есть просто они прям плыли в водоворот. То есть водоворот просто появился на том месте, где... ну и, соответственно, вот видите уже, как черепаха сразу же раздербанивают. То есть меня уносит водоворот, и, соответственно, все. Погибло, защитите оставшихся. Ну окей, допустим, допустим. Но опять-таки же, сами видите. Кстати, да, они тупили из-за этих рыбок. То есть они... Я ставил рыбку, убил, они стали плыть. То есть как бы рыбки не давали им проплыть. Ну тут как бы, тут они точно у меня сдохнут, черепахи. Два водоворота уже, но это не серьезно, как минимум. Поэтому будем сейчас стартовать с нуля. Сначала, в смысле. Проблема немножечко в другом. Во-первых,
на альфе очень много этих стаек, стаек. Прям чертовски их очень много. Это первая проблема. То есть они их стопают постоянно. Ну а вторая проблема, просто приплывает акула, кусает на 1000 хп и все. Сейчас просто приплыла акула, укусила, и двух черепах нет. Блин. И это я уже не один раз перезапустился, скажем так. Вот. То есть... Прям очень крайне альфа тяжело именно всякую тупость. О, здорово, наконец-то, блин, приплыли. Они терялись тут где-то. Вот. Видишь, бегут, уже плывет. Как бы сразу же видно, кто что где. Но проблема вот в этих рыбках. В этих сраных рыбках. Она летит, она цепляется, и потом любая тварь, просто один укус, и все. И сразу же кранты. То есть даже просто какая-то рандомная тварь, она укусит, и этого вполне достаточно. Рыбки – самая главная проблема. Но в целом, когда у тебя там много вокруг плавает, да, всякого, то есть они все равно зацепят. Но вот сейчас смотрите, гранты будут черепахи. Ой, да ладно, они на меня сагрились? Ты серьезно? А вот, теперь больше походит на правду. Гранд Игорь черепахи будет. Да, это я... Еще раз повторюсь, это я... Не знаю, ну, в общем, далеко я не первый, не второй, не третий раз уже. Я не знаю, сколько раз уже я попробовал. Здесь просто уже далеко проплыл и, скажем так, очень далеко проплыл. 400, ну, там еще вглубь, туда-сюда, ну, больше половины точно я проплыл. Да уж, ну, как бы с этим ты ничего сделать и не можешь. Ох. Я просто не знаю, как все это дело защищать и убивать. Это основная проблема. Ну, ладно, пробуем еще разочек. Пробовать без вот этого включения. FPS будет побольше. Там просто у тебя на экране, то есть через Alt включаешь, все нормально, все видно. Но вот эти буквы, цифры и так далее на экране, это просто забей сразу же. Так, здесь где-то мужик потерялся. Мози мужик потерялся где-то. Кстати, удобно различать мужиков, а не в тег-броне. Твою мать, просто застряла. Все, прям уже все. Ну ладно, попробую еще пару раз. Получится? Значит, получится. Не получится, потом как-нибудь за кадром пройду. Потому что, ну, типа, камон, я уже пытаюсь эту миссию пройти 2 часа, если. Если по-простому говоря. Надеюсь, вам это что-то договорит. То есть, ну, я имею в виду вообще в целом. То есть, как бы... гамма, бета и альфа. Причем гамма-бета вы видели, я с первого раза прошел. Ладно. 1-2 раза еще точно попробую. А там уже будет видно. Просто я отплываю от миссии, и сразу же первый же приплывает акула, такая, на тебе, по 500, короче. Кайф. Кстати, если отключить худ, то как раз таки отключается все то, что мешается. Да, ну так отключается, конечно, их не хп, но если отключить худ, это немножечко помогает прям реально. В том плане, что меньше всяких цифрок, буквок на экране, и легче все это дело сориентироваться. Это вам в целом может поможет. Вот, может не поможет, не знаю. Но тут, как бы видите, рандом еще то веселье. Блин, реально так удобнее. Рандом еще то веселье, просто реально первая акула приплывает на... Я еще даже не успел выплыть, уже акула, короче, сразу такая, на тебе по щам. А вот еще одна акула. Ах ты, нифига, минус 15 FPS, 10-15 FPS сразу же минус, просто включил худ. Ах ты ж, вот еще в чем была проблема. Да не, смотри, пока что иду, но нет, камон, все, смотри, минус, пиу-пиу-пиу, просто как акулы поперли. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, акулы это самая такая жопа, честно, здесь. То есть они больше всего урона вносят, как ни крути. Ну, это понятное дело, логично, но как бы от них ничего... Ты от них никак не избавишься, вот. Стоит это знать, скажем так. Еще у меня заспавнилось здесь две черепашки. Соответственно, да, три черепашки все-таки лучше, потому что когда полыхают две, у тебя остается еще одна, и ты типа можешь есть еще. А, ну еще и водоворот. Ну, добрый вечер. Ну, как бы да. А, ну, короче, а новой пройду миссию. Ну, короче, я скажу так. Миссию я это пройду потом, когда-нибудь, ближе к концу. Почему? У меня просто арк вылетает. То есть у меня сейчас просто на середине миссии вылетел арк. Вылетает он у меня... То есть у меня в целом вот подлагивает и начинает вылетать. То есть я не знаю, из-за чего конкретно, но арк у меня вылетает, это просто полная жопа. Меня уже начинает раздражать. Ну а что ты с этим поделаешь? Ровным счетом ни черта. Поэтому что? Правильно, нафиг все. Но миссия дебильная. Миссия просто чертовски дебильная. То есть тебе дают... говорят, короче, вот. Говно. У него 3000 хп. Но! Но! Вот, короче, акула. Она сносит... больше 1000. Вот как хочешь, короче, так и дефайся. Вот примерно так это для меня звучит. Вот, поэтому, ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, а что ты с этим поделаешь? А, это я их отсвистел, а ты, мой братан, все нормас. Дефать будешь всех. Хитишкина радость тебя, собака ты. Ну, сейчас сдохнет. Отлично. Ай, вот имбецил. Ну, имбецил же, да? Ну, вот вы сами видели, просто зачем-то поплыл туда. Вот, простите, по-другому я сказать не могу про умственно отсталого. Ах, интеллектом. Еще этот кит сраный меня уже бесит. Короче, я не знаю, что с этой миссией я буду потом делать, точнее, как я ее буду проходить, но пока я точно могу сказать, все крайне плачевно. В том плане, что там чисто воля случая. Воля случая, хоп тебе, водоворот. Я не знаю, почему так сошлись звезды, там, не знаю, какие-то космические активности и так далее, но водоворотов там было настолько много, что просто ужас. О, кстати... Черепаха вся заросла обратно. Хотя еще недавно просто не росла. Ну, короче, баги, что поделаешь. Она то зарастает, то не зарастает. Короче, не важно. В общем, такая вот непонятная жопа. Что с этой миссией делать, я не знаю. Но, ну, какая есть, что поделаешь. Что будет в следующей серии, я не знаю. Но миссия сопровождения это еще та срань. Особенно подводный. Наземный... легко будут проходить. Мне кажется, что наземный будет легче проходить. Там есть кенгуру сопроводить и так далее. Но... Кайрук. Ой. Ну, кенгуру, все правильно. Но что подводный очень крайне тяжело. Особенно эти водовороты дебильные. Это прям... это песос. Как бы не сказать, боже. Ну а на этом уже с вами буду продолжать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, лайкать, делиться моими видео с друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.